13 ноября состоялась встреча президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с президентом компании «Хальдар Тапсе» Бьерне Клаусоном. Компания «Хальдар Тапсе» специализируется в области производства и продажи катализаторов. Она является одной из самых наукоемких производственных компаний Дании. «Хальдар Тапсе» ведет активную практическую работу с вузами республики по реализации совместных научно-исследовательских проектов. На встрече присутствовал и проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В 2015 году был подписан меморандум о сотрудничестве Казанского федерального университета с компанией «Хальдар Тапсе». Казанский университет уже давно занимается производством катализаторов. Такой завод запущен на площадке Нижнекамск-Нефтехима. Поэтому присутствие на встрече представителей Казанского федерального университета было необходимо. В 2016 году президент Республики Татарстан Рустам Миниханов уже встречался с президентом компании «Хальдар Тапсе» Бьерне Клаусоном. Повторная встреча только лишний раз подтверждает интерес президента глобальной корпорации Бьерне Клаусон к Республике Татарстан. Анна Глазунова, Универньюз.